Сразу несколько дел о так называемых резиновых квартирах в Тюмени передано в суд. 36-летний тюменец направил в миграционную службу уведомление о прибытии в свою квартиру 67 иностранцев из Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана, Армении, Азербайджана и Молдовы. Еще дальше пошла 48-летняя тюменка. По договоренностям с собственниками 7 квартир она фиктивно легализовала сотни мигрантов. В период с февраля по ноябрь 2014 года Ахмановой в Тюмени и на территории Тюменского района было незаконно организовано пребывание 543 иностранцев. Противоправная деятельность Ахмановой была пресечена сотрудниками регионального управления ФСБ России по Тюменской области. Сейчас обвиняемым грозит штраф до 500 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до 3 лет.